Год проводится множество разных соревнований разного уровня, перед выездом в горы, для участия в разных соревнованиях и так далее. Я хотел бы отметить особо, что этот район уже используется для такого прекрасного мероприятия, как фестиваль скалолазания для всех. В этом году исполняется юбилейная дата – 25 лет. Что такое 25 лет, вы представляете? Для каждого это примерно треть жизни. Так вот, на протяжении 25 лет люди находят силы, средства для того, чтобы провести такие замечательные соревнования, в которых участвуют не только жители нашего города, приезжают из других городов, и проводятся отдельные соревнования для детей. Если это будет зона охвачена карьером, последствиями этих взрывов, я думаю, может прекратиться и все это спортивная, так сказать, сторона нашего вопроса. Поэтому я еще раз тоже говорю, ни в коем случае нельзя допустить никакого строительства рядом. Как минимум 10, а то может быть и 50 километров дальше от скал. Спасибо большое. Я хотела бы сказать, что нас уже поддержали альпинисты и спортсмены из других городов. Направили очень много писем, собрали сотни подписей. Туристы из Костомукши, Альп-клуб и тур-клуб Пскова, Великобритания.